Ну чё, пацаны, дождались жеребьёвочки, всем здорово. В смысле нет бухлишка, поехали. Енот с вами, ёбаный рот, енот с вами. Поехали, пацаны. Чё сказать. Спасибо всем за турнир, кто вылетел, пацаны, и не буду уже говорить. Сейчас я мешаю 8 людей, которые будут играть в 1/4. Ребятки, вы молодцы, вы сделали кто-то сенсации, кто-то... Первый раз проходит в 1/4. Ребят, смотрите, мешаю просто. Даже каждый лист там в середину вставляю. Назад, вперед. Мешаю просто все при вас. Просто все мешаю. Просто, просто. Вот, смотрите. Мешаю. Назад, вперед. Назад, назад, вперед. В середину. Просто все мешаю при вас, ребятки. Еще раз вот так помешаю, как карты. И поедем, ребят. Осталось 8 людей. Вы топеры, пацаны. И кто сейчас... Смотрите, ребят, сейчас достаю пары. Сейчас достаю пары. Все, я лист положил. Сейчас потом зафоткаю в конце. Смотрите, первый человек, второй пара, третий, четвертый пара. Поехали, ребятки, всем удачи. В парах, ребят, посмотрим, какие пары будут. Дэн. Первый у нас Дэнчик. И соперник Дэна у нас будет Жека. Дэн против Жеки. Неплохая пара. Едем дальше. Тёма. И Тёма у нас играет против Никиты. Тёма против Никиты, ребятки. Тоже неплохая парка такая. Пока топ с топом, смотрите, не встречается. Монза. Монза, ребятки, у нас на подходе. И Монза встречается с Красавчик. Монза против Красавчика. И последняя пара это Шахбан против Азизбека. Жестко, жестко. Только не повезло Шахбану. Все, в принципе, одинаковые пары. Пацаны, еще раз говорю, пары 1/4. Бразил турнамент 2020. Вот такие пары, ребят. Дэн сыграет с Жекой. Тёма против Никиты. Монза против Красавчика. И Шахбан против Азизбека. Всем удачи, ребят. Всем пока. С вами был Ромэн. Подписывайтесь на мой канал, ребятки. Всем удачи в туре. Вы самые крутые. Пока, пока, пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы. Пока, ребятки.